продолжим дальше. Шестая глава. Бытие. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы. Кто такие эти сыны Божии? Мысли? Ангелы. Ангелы. Еще мысли? Сыны Сифа, может быть. А как ангелы могли входить к дочерям человеческих, и это же духовные существа, и от этого брака могли рождаться исполины? Падшие ангелы, сыны Сифа, и то, и другое варианты. У меня есть хороший друг, Рос Кухаровский, он тоже у нас здесь преподает, он считает, что это были дети Сифа. Я считаю, что это были ангелы, не падшие ангелы. Падшие ангелы – это те, которые упали вместе с дьяволом. Но про этих написано в книге Иуды, который, да, ссылается на книгу Еноха. И он говорит о них так, как пророчествовал седьмой от Адама, то есть Енох, что те, которые не соблюли своего достоинства ангелов, Бог содержит в узах до дня суда. И это объясняет следующим образом ситуацию. Восходя туда, вот эта вот функция плоти, которая названа сексуальным влечением, не работает, нисходя сюда, она начинает включаться. И они могли каким-то образом, то есть, ну, как были как мужчины, и входили к дочерям человеческим, и от этих союзов рождались мутанты. Да. А можно вопрос? 4 глава, 1 стих. Адам позвал жену свою, Еву. И она родила? Да, родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа. Окей. Каин – это от слова канити, или купила. И как бы приобрела, или Господь дал, то есть, я понимаю этот вопрос, она предполагала, что этот человек, рожденный от нее, начнет процесс искупления. То есть она чувствовала, что они согрешили, она приобрела от Господа его, и он изменит ситуацию. Но прошло какое-то время, и ничего не было, и написано, и родила второго, и назвала его Эбель. Что такое Эбель с иврита? Суета, скорбь. И она сказала, я думала, ничего не получилось. Вот такое пояснение. Хотя есть и другие пояснения на эту тему. Но давайте сейчас вернемся на минутку к ангелам. И вот от этих союзов рождаются вот эти странные мутанты, которые каким-то образом живут среди людей. И начинается здесь непонятность. Начинается искажение взаимоотношений с Творцом. Нам очень сложно понимать это все. Но предположение написано. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым». 6 глава, 3 стих. Потому что они плоть. Пусть жизнь их будет 120 лет. В то время на земле жили исполины. 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле». И все мысли, и повышение сердец их зло во всякое время. То есть здесь используются выражения на иврите, которые описывают избрание зла вместо добра. То есть это хамас, преступление, разбой. То есть человек умышленно, он понимает, очень четко понимает, что есть зло и что есть добро. И он не потому, что его влечет туда или сюда. Он просто избирает путь зла. Вы знаете, есть мнение, что когда апостол Павел записывал римлянам первую главу, помните, там написаны такие слова, и они, видя, имея возможность видеть Господа перед творением, пренебрегли им и предал их Бог превратному уму делать беззаконие. Помните эти слова?
Есть мнение, что Павел в этих стихах комментировал вот именно вот этих допотопных людей, потому что вся, даже несмотря, что идиллия с Творцом была там, в Эдеме разрушена, все равно они жили в настолько совершенном мире, где только один шажок, и ты уже можешь встретиться с Господом. Но они умышленно избрали идти в другую сторону. И как результат Господь сказал, развращение этих людей настолько велико, что я просто произведу над ними суд. Но нам важно понять, что несмотря, что уже та совершенная стопроцентность, которая была в Эдеме разрушена, люди все равно невероятно сильны. Я вам сейчас покажу несколько мест Писания и хочу, чтобы вы о них подумали. Вы в состоянии отслеживать или... Шестая глава. Пожалуйста, Бытие, шестая глава. Я по Бытию пока иду. Я тогда буду другие места я буду называть. Сестричка, помогите мне прочитать. Шестая глава. Прочитайте вердикт Божий. Пятый стих. Видел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли, помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце свое. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеком, которым я сотворил. То есть он говорит, ибо увидел Господь, что велико развращение, и он ставит вердикт, истреблю их. Развращено с юности их сердце. Пожалуйста, откройте вместе со мною восьмую главу. Просто имейте во внимании, что потоп уже прошел. Осталась только семья Ноя. Мы сейчас про это поговорим немножко подробнее. И вот Ной заколает жертву, и жертва поднимается на... Бога воняет это. 21 стих 8 главы. Прочитайте. Или, может, я лучше читал, Миша? Я лучше буду читать, потому что для камеры, да? Что, это не работает совсем? «И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его». Замечаете, что одинаково, что разно в этих двух стихах, которые мы прочитали сейчас? Кто заметил разницу? Ну? Там у человека был выбор, если же он от юности. Секундочку. Нет, и там и здесь от юности его. Смотрите, до потопа, после потопа, здесь зло от юности, и здесь зло от юности. Но здесь Бог говорит, уничтожу, а здесь более не буду уничтожать. Замечаете эту разницу? Это все равно, что два человека вместе залезли в магазин, вместе обворовали магазин, а потом они стали перед судьей. Обоим по 25 лет. Каждый украл с этого магазина по 50 тысяч шекелей. У обоих не было никакого преступного прошлого. Они оба одинаковые. Одному судья говорит, тебе даю пятерку в тюрьме строгого режима, а тебя отпускаю свободным. Справедливо? Почему несправедливо? Что за ерунда здесь такая? А здесь мы видим тоже. Мы видим здесь, одних Бог судит. Знаете, почему такой суд происходит? Здесь мы должны включать немножко мидраш. И этот мидраш говорит, что люди, жившие до потопа, они имели некую взаимосвязь с творением. И когда они грешили, то этот грех разрушал творение, в котором они живут. Знаете, я часто удивляюсь некой пророческой проницательности некоторых режиссеров. Кто из вас видел фильм «Аватар»?
Видели эти вот хвост, с, 3 метра с хвостом и не больной, помните это? С USB подключением. Да, с USB подключением. Помните, вот они подключались с USB к этим вот в деде. Вы понимаете, у человека была какая-то связь с творением. И когда человечество грешило, то грех не только грешащего разрушал, он разрушал и то, что было вокруг них. Но когда Господь изливает потоп, и человек уже не живет до 900 лет, не только жизнь обрывается, имеется в виду ее длина, обрываются какие-то способности человека. Помните, я вам описываю Адама, который почти как непонятно кто. К дочерям человеческим ходят ангелы. То есть, почему они пошли к этим дочерям человеческим? Что-то их провоцировало. Это глубина в человеке, это способность человека делать это, и делать то, и делать третье, и пятое, и десятое. Про ангелов написано, что они однонаправленные существа. То есть, если его посылает Господь, то только с одной функцией. А здесь каждый ребенок, рождающийся в мир, может заниматься непонятно чем и чем угодно одновременно. И еще на каком-то уровне. Когда изливаются воды потопа, эта способность просто останавливается. Сейчас еще несколько мыслей. Я вам рассказал разрушение идиллии с Богом, первый шаг деградации, второй, разумеется, это был потоп, который можно назвать разрушение, запишите это себе, буду спрашивать, разрушение идиллии с природой.